Ярмарки вакансий прошли во всех 4 районах города. Краевую акцию «Профессиональный мир женщины» провели в преддверии Дня матери, который в этом году будут отмечать 25 ноября. Свои вакансии на ярмарке представили 19 компаний города. Это предложения в санаторно-курортной, социальной сфере, в отрасли образования и розничной торговли. Также в рамках акции женщины могли бесплатно проконсультироваться по вопросам трудоустройства и организации самозанятости. Женщинам, имеющим детей до 3 лет, была предоставлена информация о профобучении. Добавлю, что с начала года в Центр занятости населения города Сочи в поисках работы обратились более 8,5 тысяч человек. Почти 75% из них были трудоустроены. В Сочи на учете в поисках работы сегодня стоит порядка 1500 соискателей. 614 человек признаны безработными. Между тем, на одного незанятого гражданина, зарегистрированного в Центре занятости, сегодня приходится 3,5 вакансии.